Начну прогулку по Лимассолу по зимнему. 25 декабря, Рождество, Лимассол, Кипр, утро. Водичка плюс 20 градусов сейчас в море. Прекрасная погода, искупаться буду. Вот он, небоскреб Пугачёва-Галкиных, здесь этот, апартаменты. Вот. А потом сделаю прогулку по некоторым местам. Время 10:29. Ну а солнышко уже припекает. Да, это Кипр, Лимассол, 25 декабря. Кстати, водичка очень чистая, прозрачная. И с этой стороны. Вон плавают акулки маленькие. Акулячая порода. А здесь просто рыб немерено. Их просто, ну, кишит. Откуда столько, не знаю. Целый косяк. Вот такой вид. Тут спортом занимаются на турниках. Здесь каменистый пляж появился. Идем дальше, идем дальше. Люди сидят на солнышке, греют, наслаждаются жизнью. 25 декабря, Рождество. Ну а кто-то плавает, купается. Притом плавают серьезно. Ныряют. Напоминаю, это 25 декабря. Плюс 21 в тени. А теперь я пойду в ботанический сад, в парк. А машин фактически нету, мало, потому что сегодня выходной, 25 число, Рождество. Поэтому очень мало машин. Дороги пустые. А обычно в это время очень интенсивное движение. А сейчас мало. Так, ну это парк. А в парке памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Александр Пушкин. Открыт мэр Лимассолом в 2000 году. Вот такой парк ботанический. Такие деревья, пальмы огромные. О, парень в греческой футболке. This Greek flag. Yeah, Greek is super. Yes, it's super. Yeah. Thank you. Have a nice day. Yeah, thank you. I love Greece. Дело в том, что у меня что-то тоже футболочка, да? Ой, кепочка. Так, ну пройдемся по ценам на заправках Shell. 1.33.95 бензин. 1.35.98 и дизель 1.45. А вот теперь такой прекрасный вид. Кстати, вон он, парк. Люди купаются, плавают. В общем, зима.
кстати, корабли. Корабли такие были, как игрушечные, плыли. Плыли месяц, плыли год, появился пароход. Так, иду дальше. Ну вот мне вот это место нравится. Очень все зеленое после дождей декабрьских и в конце ноября. Такая зелень в декабре. Сегодня Рождество, 25 декабря, повторяюсь. Зелень очень насыщенная, красота.